Всем привет. Сейчас вот я подъезжаю к селу Завьялово в Тогучинском районе. Сейчас это, как раньше назывался, горка поселок. Здесь раньше была шахта. Вдалеке тут и есть село Завьялово. Довольно-таки крупное село. Дорога, и вот дальше Завьяловский пруд. Сейчас я подъеду, прокачусь там. Вот центр, такой клуб, дом культуры. Раньше мы сюда на дискотеки ездили. Кстати, была самая классная дискотека в нашей округе здесь в начале 90-х годов. Дискотеки здесь вел раньше шеф такой был, самый лучший дешаки, наверное, в районе был. На улице дождь пошел, почта даже есть. Вот здесь вот то, что осталось от совхоза Доронинский. Нет, это был совхоз Доронинский. Сеялки какие-то. Ну, вот здесь вот сейчас я проезжаю мимо школы Завьяловской. Ну, тоже такая хорошая школа. Ну, здесь, по-моему, детский сад рядом еще. Ну, а вот здесь вот я заехал уже на самый край села. Там вдалеке вот тоже Завьяловский пруд видно. Ну, все, сейчас поеду обратно. Вот Завьяловский пруд. Под Завьяловский. Ну, это уже последняя улица. И подойдет дорога уже на Тогучин и дальше на Новосибирск. На этом с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. До свидания. Подписывайтесь на мой канал.